Всем привет, братья и сестры! На связи отец Евген. Сегодня у нас с вами довольно-таки необычный видеоролик. Я давно хотел записать что-то подобное, и вот оно свершилось. Welcome to Force Drop. Самый распиаренный сайт по кейсам CSGO. Сегодня мы с вами попробуем что-нибудь здесь открыть. Я думаю, что рубрика на канале будет постоянная, и с каждым новым видеороликом мы будем повышать сумму, с которой будем заходить на этот прекраснейший сайт. Для первого видеоролика я закинул на баланс 500 рублей. Но ты можешь видеть, что на моем балансе прямо сейчас 680. Это все потому, что я подумал головой и поюзал на ютубчике сайты различных обзорщиков. Каждый из них, выкладывая ролик про Force Drop, под видеороликом «Заткнись» пишет промокод, который дает нам бонус. Я порылся в интернете и нашел промокод, который дает мне плюс 35% к пополнению. 180 рублей мне упало дополнительно. Цель этого видеоролика – проверить, с какой суммы возможно подняться на Force Drop и возможно ли здесь вообще окупиться. Потому что я видел большинство видеороликов, и многие говорят, что окупиться невозможно. Если почекать группу ВКонтакте Force Drop, многие пишут, что сайт говно и попросту отбирает деньги. Я решил убедиться в этом лично. Начнем, я думаю, с самых дешевеньких кейсов, и если нам повезет, будем уже повышать ставочку. Я думаю, есть смысл начать либо вот с этих. Твиттер, Телеграм, Фейсбук, они стоят 79 рублей. Либо начать с Вагбана. Крутим. Сейчас там с тобой выпадет за 17 рублей. Хуйня. На 10 рублей в минусе. Окей. Давай мы уйдем с этого Вагбана, потому что я думаю, это хуйня. 10 рублей мы уже с тобой потеряли, у нас осталось 663, и в инвентаре у нас лежит пукалка за 7 рубликов. Ну, 49 рублей, Инстаграм кейс, я думаю, в принципе, может отсюда что-то выпасть. Крутим. Наша цель с тобой окупиться, проверить, работает ли этот сайт, и что он нам даст. Зря, наверное, крутанул, потому что только что там на АВП падало. Нет. Еще раз зулю. Давай ускорим. Волнуюсь, пиздец, блядь. Такие бабки ради вас ставлю, блядь, чтобы обзорчик этот сделать. Такие бабки трачу. Так. 18. Последний раз на счету 565. Пока что мы с вами в минусе. Пока что мы не окупаемся. И это очень печально. В пизду еще раз давай. Нет, не крутит. 50. Эта попытка окупилась, но мы по-прежнему в минусе. Давай попробуем еще раз. Ну, что там? Что там? Что там? Что там? MP9 Airlock. 149 рублей. Во! Это уже хорошо. Окей, поздравляем вас с выигрышем крутого дропа. Дарим вам 20% к пополнению баланса от 1000 рублей. Пошли вы нахуй, Force Drop. Я только что заюзал бесплатный промокод, найденный в гугле, и он мне дал 35%. Поэтому нет, спасибо. Окей, идем дальше. У нас сейчас с вами в инвентаре... Чего, блядь? 3855, 149 рублей, 50 рублей, 18, 37. Продать все за 3855. Окей. Что? То есть... Я только что... Force Drop. Блять, пацаны. Я не верю. Что за... Это как? Блять, это не шутка, это реально? Погоди. 4200. Да ладно. Да ладно. Force Drop, это что? Пацаны,
Ну давайте крутить, хули нет, блядь. Поехали. У нас 4213 рублей. Я пополню, клянусь вам. Я клянусь, у меня никаких контрактов с этим форс-дропом нет. Я вам клянусь. Я честно вам скажу. Блядь, вы сейчас подумаете, что я ебаный отец Евген пиздобол. Но нет, блядь. Вы сами посмотрите, я вам клянусь, я хотел сотрудничать с форс-дропом, когда я узнал про этот сайт. Я вам клянусь, я зашел к ним в группу, вот я вам, блядь, чтобы вы не думали, что я какой-то пиздобол. Я написал человеку, который занимается у них вот этой рекламой и сотрудничеством. Я с ним разговаривал, вот я ему писал, типа, добрый день, на каких условиях можно с вами сотрудничать? У меня есть канал на ютубе 10к подписчиков. Он мне отказал, сказал, что мы рассматриваем только каналы, где овер дохуя просмотров. Ну, я говорю, ну окей, иди нахуй. И решил своими силами двигаться. И вот я снимаю для вас этот видос, и сейчас, судя по всему, какой-то баг мы с вами нашли. Что это? Ну это вообще нереально. Ладно, давайте крутить, посмотрим, что будет дальше. Ну это охуенно, я считаю. Это просто, мать его, охуенно. Закинул 500 рублей, и каким-то хуем у меня уже 4000. Поехали. Так, ну давайте, раз уж у нас есть бабки, покрутим то, что подороже. Давай, вот, случайно засекречено. Это, я, насколько знаю, один из самых знаменитых кейсов на этом сайте. Поехали. Сразу же ускорим. Здесь, в этом кейсе, попадаются только фиолетовые засекреченные пушки. То есть шанс выбить что-то топовое гораздо выше. В два раза дороже мы выбили с тобой, смотри, ФАМАС. Давай попробуем еще раз. 3675 на счету. Ну, в принципе, мы с тобой уже в охуительном плюсе. Только сиди и трать бабки. Азимов. На 269. Ровно столько же, сколько мы потратили. Давай еще раз. Враг. 301. Бля, пацаны, мне это нравится. Мы с вами просто в неебическом плюсе. Напоминаю, что я закинул всего лишь 500 рублей. И я в ахуе сейчас. Я не верю в то, что, блядь, мне ни с того ни с сего упали бабки. Как это вообще? Так, давай посмотрим, что вообще люди крутят. Большая пушка. Ну, это вот они случайно засекреченная крутят, случайно засекреченная. Но все крутят случайно засекреченная, случайно тайная. Случайно тайная, это вот за 689 рублей. Ну, я думаю, это очень, блядь, дорого. Давай попробуем какие-нибудь другие. Что у нас тут есть? Ну давай просто по порядку пойдем. Мы же все равно ничего не теряем, в принципе. Просто попытаем удачу. Мало ли нам что-то выпадет крутое. Охуенно. 619. Охуенно. Потратили сотку. Потратили ноль, блядь, если быть точнее. И 619. Охренительно. Нет, сейчас отстой. Хотя нет, вру, нет, стой, нормально. 2500 у нас остается на счету, в инвентаре у нас на 2426. То есть суммарно у нас с вами сейчас 5000 рублей. Ладно, поехали. Напоминаю, я закинул 500 рублей. Надеюсь, меня за эту хуйню не забанят, потому что то, что мы сейчас с вами делаем, это как воровство считается. То есть произошел какой-то глюк на сайте, видимо, там цена была неверная, и все поломалось, и мы сейчас тратим чужие бабки. Я надеюсь, разработчики этого сайта не посмотрят мой видеоролик и не забанят мне к хуям. Поехали. Крутим кейс под названием «Булочка». Идем. Давай что-нибудь хорошее, дорогуша. Давай что-нибудь хорошее. А хуй там плаваху, нехорошее. Бля, вот один бы нож какой-нибудь, конечно, красивенький выбить. Вот это было бы, конечно, вообще шикарно. Ну ничего, давай, турки. Поехали. Ну. Хорош. 300 рублей. Хорош. Фейсдроп, дайте мне ножик. 5 косарей на халяву дали, дайте какой-нибудь ножик. Смотрим. Чуть-чуть же, видите. 347 еще. Мне нравится эта хуйня, слушай. Ну такое. Давай посмотрим какой-нибудь топовый. Force Drop за 399 есть. Потом у нас есть витамин А, витамин Б, витамин С.
один кака, 209 рублей. Смотрим. В принципе, шанс довольно большой выбить что-то хорошее. Но нет, но не в этот раз. Киберспортивный кейс. Что тут есть? 500 рублей все-таки стоит. Ну, шанс большой выбить. Довольно большой выбить. Рискнем? Поехали. Нет, в минусе на 40. Кейс трудовика. Кейс трудовика, но тут отстой. Случайная тайная. Блин, 689 рублей. Блять, но пушки здесь, конечно, топовые. Здесь можно прям реально топчик какой-то выпить. А, была, не была, поехали. 400 рублей остается на счету. Давай ускорим, чтобы уж наверняка. Окупилось? 418 остается на счету. В инвентаре у нас с вами, сейчас мы посмотрим, на 5000 рублей. Мы в неебическом плюсе. Я закинул 500 рублей. Я вам, блядь, клянусь, я закинул ёбаных 500 рублей. Блядь, я даже смс-ку покажу, не поленюсь. Я клянусь, я закинул 500 рублей. Вот. Я сюда прикреплю сейчас на экран, блядь, скриншот. Вот, 500 рублей здесь. Какой-то. Время сейчас 2:30, и, видимо, что-то на сайте сломалось. Force Drop, почините, пожалуйста, свой сайт, а то после моего ролика к вам придут очень много людей. И вы, блядь, пожалеете, что не стали со мной сотрудничать. Давай, 400 рублей у нас остается, давай что-нибудь покрутим еще. Кейс Ержана, план Б. План А, ну это что подешевле, наверное, я думаю, все-таки. Поехали. 89 рублей, план А. Крутим. В минусе. Еще раз улю. Блять, ну чуть-чуть же совсем. Какая хуйня за 8 рублей. Нет, это хуйня. План, это хуйня. Давай, что тут еще есть? Что вообще крутят люди? Давай еще раз посмотрим. Вот какой-то, смотри. За 300 он спок... Вот этот 190. Rage Case. Давай крутанем. Только что там чувак какой-то дробаш топовый выбил. Может, и нам повезет с тобой. Смотрим. Блять, там столько ножей подряд идет. Ну, конечно, хуй мне еще выпадет такое. Давай мы с тобой продадим то, что мы покупали. Если продавать все, это 5000 рублей. 5000 рублей. Я думаю, что я оставлю себе вот эту АВПшку. Это косарь, это можно продать. Продать без нихуя вообще в стиме и поиметь 1000 рублей с этого. Я считаю, что это нужно по-любому оставлять. Так, остальное можно, в принципе, всю эту заупень продать. Так, нам выпала вот эта АВП из кейса случайно тайная за 689 рублей. В принципе, давай, раз уж мы так окупились нихуёво, попробуем крутануть еще раз. В данный момент нельзя открыть кейс, попробуйте позже. Почему? Почему, ребята? Вы что? Нельзя, попробуйте позже. Давай попробуем турки. Можно? Его можно. Видимо, они прочухали, что я у них бабки ни с того ни с сего получил. Так, смотрим. Выпадет нам тут что-то. Франклин. За 73 рубля. В принципе, хуйня. One hour later. Мену принять. Давай, забираю твою пуколку. За косарь. Обмен завершен. Получен новый предмет. АВП боец. Вот она. Пушка за 1200 рублей с форс дропа. Как по мне, охуительное вложение. Я закинул всего лишь 500 рублей. И вот что получил. АВП боец. Я сейчас ее продам. Сразу же ее выставлю на торговой площадке. Посмотрим сейчас, сколько она стоит. Подтвердить. Все. АВП ушла на маркет. В инвентаре ее больше у меня нет. Я ее выставил на продажу. Поехали. На счету у нас остается 2500 рублей. Я
Отвечаю вам, это никакая не реклама. У меня нет никакой партнерки с Форсдропом. Я вам уже показал переписку с их человеком, который за это отвечает. Это не реклама, это не какой-то договорняк. Это реально мы нашли с вами баг. Я хотел изначально записать, возможно ли окупиться за 500 рублей. И вот что получилось. Мы окупились на 4500 рублей. Пошли дальше, докрутим наши остаточки. 2 hours later. Бегали, запрашиваем с маркета, остальное продаем. И у нас еще 600 рублей, 782 рубля у нас еще на счету. И крутанем вот этот, блядь, можно тайное крутануть? Я тайное хочу. Пожалуйста. Отлично, давай. Давай, почти все бабки сливаю нахуй на тебя, давай. Прошу, что-нибудь хорошее. Пожалуйста. Отстой. Ну, окей. Давай, запрашиваем. Все, запрашиваем, ждем продавца. В принципе, мы в хорошем плюсе. Немножко поношенная будет, но ничего страшного. Давай, принять. И забираем вторую. Сейчас мы это тоже все продадим. Подтвердить обмен. Забираем. 14 рублей у нас осталось. Если бы я вовремя остановился, я бы смог вывести пушки. У меня там были на 4000 рублей, по-моему. Я мог их вывести в КС-ку и срубить на этом баблишко. Продать их потом в стиме навариться нихуёво. Так я закинул всего лишь 500 рублей. Мы забрали с вами АВП за 1200 и только что две пушки. Одну за 800, по-моему, а другую за 500 с копейками. То есть в плюсе мы с вами, получается, если мы клали 500, 1200 плюс 800, это 2 плюс 500, 2500. В плюсе на 2000 рублей. Но только потому, что случился баг. Так бывает. Разработчики ForceDrop немножко проебались. Но нам с вами это на руку. Давай зайдем в кэсочку и проверим, все ли пушки у нас там на месте. Первая пушка, которая стоила 500 рублей, по-моему. Неоновый гонщик. Вот она у меня. И вторая. Пигалет за 800 рублей USPS из Вилины. Выглядит он довольно-таки нехуево. Я его, скорее всего, даже оставлю. Пусть он будет у меня. Охуенно. А вот эту вторую, нахуй она мне нужна, я ее продам. Супер! Сейчас буду выставлять на маркет и навариваться. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео. И, конечно же, напиши в комментариях, что думаешь по поводу сайта ForceDrop. Как он тебе? Пользовался ли ты услугами этих ребят? Выигрывал ли что-то? Либо оставлял все бабки там? Мне будет интересно почитать твое мнение. С тобой был я, отец Евген. Ставь лайки, подписывайся на канал. Увидимся. Пока-пока.